Добрым утром, друзья. У нас остановка в Лисках. Вот сейчас. Доброе утро. Вот остановка в Лисках. Сейчас долго тут, в общем, стоять мы будем. Смотрите, как прикольно. Паровоз стоит красивый. В общем, сейчас пойдем мы с мамой на рыночек сходим. Надеюсь, он будет работать. Хотим-то там каких-нибудь фруктиков купить. Времени у нас сейчас. Сколько времени, кстати, мам? Ты же смотрела. Ну, примерно во сколько остановка была? 6:30 остановка, да. Вот. Дети пока еще спят. Мы побежали, короче, на рынок. Сейчас там тюнинг для вас посевает. Видите, погодка тут у нас пасмурная. Солнышка нету, как вчера было. И, в принципе, еще утро. Еще все впереди. Сейчас вот будем в город проходить через ЖД вокзал. Мама на меня ведет, потому что я... Давай, пошли. И вот сейчас пойдем на рыночек местный. Вот он находится, вот здесь вот, рядышком. Я в том году уже снимала, как мы там закуп делали. Надеюсь, они работают. Почему? Выкладывают. Ну, посмотрим сейчас. Вот такой вот, видите, городок Лиски. И мы, получается, вот рядом вот с этим вот ЖД вокзалом прям сразу остановились наш поезд. Хорошо, хоть это через пути переходить не нужно было. То если бы остановились на путях мы... Да, мам? То мы бы, наверное, не пошли, чтобы не рискнули бы уже идти. Я тоже не пошла, а то так поезд встал бы и все. Смотрите, подошли на рыночек. Вот тут помидорки выкладывают. Мы хотим вообще прикупить фруктики. Потому что у нас помидоры и огурцы остались. Нам нужны фрукты. Ну, 180 рублей. Помидорки розовые. Черешенка. 350 рублей килограмм. Так, что там еще есть? Дай-ка вам пройду, посмотрю. Там клубничка есть у них. Нужны клубники взять. А почем у вас клубника? Клубника 250, девочки. Угу. Сладкая. Угу. Давайте тут посмотрим. Персики. Инжирные. Вот они хорошие. Инжирные, мам. А вот 150. 150 рублей. Инжирные. Апельсины 150. Груша 180. Слива 150. Так. Что тут у нас еще есть? Масло вам продают. Огурчики 100 рублей. Он хорошенькие огурчики. 180 и 150. Это вообще медовые. Ага. Это азербайджанские сладкие. Это Турция. А вот эти вкусные? Или так все? Они какие-то не очень сладкие. Все сладкие? Сладкие, да, говорите? Вот это да. Это колеровка. Смотрите, вот их два вида. Вот эти, да? Угу. Ой, виноград у них тоже, смотри, мам, недорогой. 150 рублей. Не то, что у нас по 400. Небольшую веточку я бы взяла. Друзья, мы затарились. Идем за добычей. Вон целый пакет у нас тут ягод, фруктов. Короче, вообще. Мы как эти, с голодного края, как накинулись с мамой. Черешни взяли и клубники взяли. Винограда взяли. Клубники и помидорки. Так что будем сейчас... В поезде дети проснутся, намоем и будем кушать. Сегодня как раз еще у Аркадия нашего дня рождения. Будем отмечать день рождения. Пирог у нас с собой есть. И фрукты. Единственное, только я забыла свечку взять, чтобы он задул. Ну ладно, ничего страшного. Так просто с чаем пирог попьем, ягоды намоем. Так скромненько чисто отметим в поезде, а там потом уже по приезду в Лазаревском уже... Отметим. Хорошо. Настроение у нас во такое замечательное. Сейчас хотим мы пакет с ягодами отнести в поезд поставить, чтобы не таскаться с ними. Это неудобно. Пакет такой, знаете, нелегкий.
Вот подошли к ЖД вокзалу. Вышли к нашему поезду. Ой, ветерок как задувает. Сейчас я хочу сфотографироваться возле той штуки. Там я люблю лиски. Сейчас пакет-то поднесем мы. И обязательно сфотографируемся по традиции. Народу никого, все спят. Все дрыхнут. А мы специально с мамой заранее встали пораньше, чтобы умыться успеть. Погулять по рынку. Мы уже пришли в свой вагончик. Смотрите, что мы прикупили в Лисках. Помидорки взяли вот такие азербайджанские. 150 рублей за килограмм. Виноград 150 рублей за килограмм. Кишмиш. Черешня 400 рублей за килограмм. Тоже она какая-то такая плотненькая, вкусненькая. Абрикосики. Они прям такие мягкие-мягкие. Видите, какие прям спелые-спелые. 150 рублей за килограмм. И местная тоже клубничка. 250 рублей за килограмм. Так что сегодня будем вкусно кушать в поезде. Сегодня у нас такой денечек, ночь поночуем. И завтра уже будем на месте. Дети пока еще спят. Таська, все спят. Погода за окном пасмурная. О, что тут продают? Ассортимент. Тоже можно заказать. А мы приехали на станцию Россош. Сейчас пойдем там погуляем немножко. О, торгуют ягодами. Станция Россош. Сейчас вот смотрите. Видите, ЖД вокзал. Прогуляемся, чуть посмотрим. 20 минут тут стоим, недолго. Сейчас я поснимаю. ЖД вокзал. Кади, поздравляем тебя с днем твоего дня рождения. Желаем тебе здоровья, чтобы ты учился на 4-5, чтобы тебя окружали только хорошие друзья, хорошие люди. Вот. Чтобы все твои желания, которые ты загадала, чтобы они все сбылись. Свечки тут, конечно, нету. В поезде нельзя свечку поджигать. Но потом, когда мы в Лазаревское приедем, мы, как говорится, все исправим. Вот так вот, да? Все исправим. Так что давай, котик мой, с днем рождения тебя. Все тут, вся семья в сборе. Бабушка, Тая, мама, дочка. С днем рождения. С днем рождения. Молодец. Что-то меня так не целовал. Да, Таис? С чем? Стол наш опустел. Хотели ли вам показать клубничку мутант? Смотрите, какая она интересная. О, тут сразу 4 клубнички. Это лучше, чем одна клубничка. Очень вкусная, кстати, клубника. И вот эти вот абрикосики вкусненькие. Сладенькие-сладенькие прям. Остановились погулять. Станция Лихая. Такой у нас длинный поезд, на котором мы едем. Мне кажется, он еще длиннее стал. Здесь у нас короткая такая остановочка. Солнышка здесь тоже нету. Тучки. Ну, тепло на улице. Всем привет. Кто с Лихой? У нас настало время обеда. Мы с дочерью решили поесть на обед сегодня вот такую пюрешку. И рыбные тефтельки в томатном соусе. Так что, кто кушает, всем приятного аппетита. А Аркадий с бабушкой будут кушать ротом. Хопа. Да. У нас сейчас времени 15:27. Вот решили немножко отдохнуть, обнимать. В общем, такой тихий час у нас. Все спят. Мама, Таська, Аркадий. Отдыхаем. Времени 17:14, в принципе, так неплохо поспала, долго поспала. Лиска еще как-то наша еще спит, она еще не просыпалась. Аня, давай. Но я еще есть? Давай, думай, вспоминай, загугли в интернете. Янтарь. А? Янтарь. О, молодец. Работа.
Боже мой, снова буква А. Я уже все перебрала на А. Так. У меня уже словарный запас закончился. Акула была уже? Нет. Акула. Все. Играем слова в любые. Там получается, на что заканчивается, в любые слова. Аркадий, давай, давай, давай. Аркаш, тебе подсказку бабушка подсказывает. На чем ты по городу едешь? А еще есть еще. Давай. То есть мы скажем автобус. Давай, давай. Сыр? Сырники. На И? Да, иголка. Всем привет! Мы уже добрались до Ростова. Тут так классно, солнышко, тепло. Вообще супер-пупер. Мои тут с ума сходят уже. Ой, пересидели, видать, наверное, в поезде. Смотрите. Вот тут стоим. Сейчас дальше поедем. 20 минут, получается, здесь стоим мы. Сейчас покажу, что тут продают. Мороженое продают. Не знаю, цены есть, нету. Сейчас посмотрим. Тут, наверное, ценников нету. А, есть ценники. Ого. Так-то. По 180, по 70 рублей, по 150, по 60 рублей. Фруктовый лед. Ну, мороженое такое. Ну тут такая такса подороже. А, там дальше продают квас. Вот, да, сейчас покажу. Квас на разлив есть. Это, наверное, фирменный. Здравствуйте, квас староминский. И мохито еще есть. Вот на разлив продают. Вы что-то хотите? А? Мороженое. Мороженое? Да. Идите, берите. Хоть что-то успела я заснять. И смотри, как всегда солнце. Солнце садится. Спасибо. Стой, сейчас. А можно потише? Я потише. Наушники ты дать? Да. Проезжаем Ростов. Кушаем. Ой. Черешенку. Угу. Спасибо. Пока. А. Спасибо. Пока. Аркадий, с днем рождения поздравляли. Ростов. Много домов. Так, быстро рассказывайте, кто вишню забрал. Кто своровал. Таиска решила попить чаек. Кофе. Делаю плавленый сыр. Намазываю. Ну, хлебушек вот такой вот брали. Прикольный. Вечером. Колбаска. Таллинская. Полита. Вот это положила грязную. Я так скраю. Здесь не такая колбаска. Ой. Сейчас вот бутербродики такие наделаю. Я сейчас кофе попьет. У нас продолжается второй день азартные игры. Только теперь у нас рубится Таисия с Аркадием. Я тут только перетасовываю карты. Сколько у вас? Какой счет? 2-1 у вас, да? Что на того, что у вас было? 2 в Таисию пользу. 1 в Аркашкину. Ну что там? Бабушка Аркадию немножко подсказывает. Чуток совсем. Ой, маленький тут у нас ходит. Пассажир. Мы решили поиграть в карту. Какое-то озеро. Красивое, да? Аркаша
у нас кофе попил. Какой? Три в одном, и все. Это не из-за кофе. Меня так раз... Да, блин, дайте залезть на свою кровать. И у него начался истерический смех. Мы в итоге теперь поняли, что Аркадию нельзя кофе три в одном давать. Ну, не можно. Нельзя. Максимум одну кружечку. Максимум одну кружечку всего лишь можно. Должен две бутылки. Перебор. Почти. О, там еще есть кружка. Я такой же допить. Если ты сейчас на меня все прольешь. Ой, еще. У нас сейчас время, вечер, 21:35. Смотрим киношку про акулу. Ужастик. Скоро остановка будет в Краснодаре у нас. Пойдем погуляем там. И все. А потом хотим мы еще горячие ключи, да? Тоже выйти прогуляться. Ни разу там не выходили на этой остановке. Чтобы забрать ключи, хозяйка нам ключи передаст от квартиры, в которой мы будем в Лазаревском проживать. Вот. Поэтому потом нет смысла уже ложиться спать. Следующая остановка потом уже Лазаревская будет. 4:22, да. Вот. Так что вот такой денечек у нас. Ну, мы днем поспали, в принципе, нормально, все себя чувствуем хорошо. Дети, в принципе, еще могут подремать, а мы лучше не будем, наверное, ложиться. Дай бог, еще проспим. Потом буду на улице ночевать. Кстати, вся поездка прошла вообще незаметно. Пролетела быстро. Не успели оглянуться, как уже все. Завтра мы уже приедем в Лазаревское. Даже не верится. Считаю всю еду, которую я покупала. Мы, считаю, все скушали. Я, кстати, потом вам по приезду покажу, что осталось. Поедем, короче. Пойдем, вернее, налегке, можно сказать так. Потому что все подъели. Мы уже приехали в Краснодар. Остановочка, гуляем. ЖД вокзал красивый. Народу тут так много. Вообще. Ничего себе, я столько народу нигде не видела. Обалдеть. Тепло здесь, хорошо. Вот мои стоят. Аркашка наш вещи там сторожит. Не захотел на улицу выходить. Я вот такой, я такая должна. Немножко дождик начинает покрапывать. Во, у меня уже эти почти линзы все промокли. Таська. Кривляка моя. Мама. Сейчас все волосы мокрые будут. Скажи всем. Мы уже на подходе, скоро будем падать. Осталось нам чуть-чуть совсем. Ура, мы это сделали. У нас остановка в горячих ключах. Вот мы с дочкой, короче, решили пойти прогуляться и подняться вот на этот мост. Пойдем сейчас посмотрим на наш поезд с высоты. Да? Все спят, наши дрыхнут, а мы, короче, пойдем гулять. Самое главное, чтобы поезд без нас увидел. Ты-димс! Вот мы дошли до этого мостика. Сейчас пойдем поднимемся. Как говорится, протрясемся перед сном. Мы в горячих ключах. Сейчас час ночи. 1:15 время. Наш поезд Калининград-Адлер. Мы поднялись на мост с Таськой. Тут, кстати, прикольно. Тепло, не холодно. Вот такие вот дружочки лежат на мосту. Симпатичные. Вот такой вид сверху, с высоты. Сейчас, наверное, с дочкой сфотографируемся. И все. И пойдем вниз. На этом буду свой влог заканчивать. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!